вы знали, что Цой был первым истинным зомби? Он тоже умер и восстал. Мои родители – зомби. Мой сосед по парте – зомби. А я – Лиза, живая. Речь не зомби, человечество уже давно вымерло. Так говорит наша учительница по истории. Она живая и очень об этом жалеет. На самом деле было вот так. Расскажите, чем отличаются зомби и живые? Юля. Живые люди постоянно все портят. Живым нужна разная еда, а зомби только сырые мозги. У них только с речью не очень получается. Но все знают, что зомби могут долго работать и с одним перерывом. Например, Вильма Арнольдовна может пропускать через себя разряды тока. Это весело. Живые так не могут. Назовите главный закон зомби-сити. Юля. Кусать живого строго запрещено. Надо доказать свою полезность обществу. Кстати, поздравляю вас, Юля и Степан. Завтра мы ждем вас на встрече с прозомби. И вы станете зомби. Счастливчик. Если тебя не укусили, как будто не заметили. Как будто тебя вообще не существует. Лиза! Лиза! Повтори, пожалуйста, что я сейчас сказала? Чтобы стать зомби, нужно, чтобы тебя укусили. Садись, два. Завтра в школу с родителями. Почему у них так, а у меня совсем по-другому? Спасибо. Давай. Ужасно. Ты видел, как она меня ругала? Да. Родители меня постоянно ругают. Нет, не ругают. Хуже. Если я разбила что-то, или с кем-то подралась, или получила два, они садятся со мной за стол на нашей кухне и... Тут такое дело, тебя в школу к директору вызывают.
Мне хочется умереть от стыда. Я тупая и бесполезна. Очень хотелось сказать: простите, пожалуйста, что я не слушала на уроке, такого больше не повторится. Но... Да вы все бесчувственные! У вас вон челюсть отвисает, и я ничего такого не делала! И вообще, попробуйте, догоните меня! Когда меня совсем сильно ругали, я приходила смотреть на живого спортсмена. Его со всех работ выгоняли, потому что зомби работают лучше, а он только каждый день бегает во дворе. Грег Грин! Мне было его жаль, и у меня были все шансы стать такой же. Гра-гру-гру! Извините, а почему вы бегаете? А вдруг опять зомби-апокалипсис? Какой бесполезный. И тут я решилась. Укуси меня. Гра-гры. Я знала, что Агр мне поможет. Потому что он хоть и зомби, но не бросит друга в беде. Ну что, Агр, настроился? Гра-гры. Ну, кусай. Гра-гры. Я тупая и бесполезная. Я не заслуживаю своих родителей. Они меня больше не смогут любить. Теперь не смогут. Я должна стать зомби. Любимая Пайма, мне очень жаль, что так получилось. Но по-другому я не могу. Я постараюсь измениться. Боюсь, что это буду уже не я, но так будет лучше всем. Ваша Лиза. Thank you.
Я могу стать идеальным зомби и не буду не идеальным человеком. Пожалуйста. Последите меня! Можно я? Я снова получила двойку за контрольную. И не только я. Среди зомбаков.